привет! Всем привет! Разбираем заказик из 15-го каталога. Давай, Каримчик, доставай все. Так, это что? Это наклейки. Да, это ты потом клеить будешь их, да? Это так. Пакет. Да. Пакет. Вот это. Это штучек. Это. Это три пакетика. Да. Это на Новый год мальчикам подарки дарить, да? Ага. В эти пакетики. Красивые пакетики такие подарочные. Вот он, мой рыбий жир. Давай, давай, разбирай. Рыбий жир твой. Ты пакетики убей, чтобы рыбий жир нормально ставить можно было. Отодвинь все. Ага, это твой рыбий жир. Ты любишь рыбий жир свой? Да. Быстренько. Это клеммы. Давай, давай, доставай. Это тоже клем. А это крем для ручек или для ножек? Для ножек. А почему ты решил, что это для ножек? Потому что это ножка для ножек. Ну-ка покажи, где нарисована ножка. Ну-ка покажи. Ну точно, ножка. Сколько всего кремов? Ну-ка. 4. Правильно, молодец. Дальше. Другой крем. Ой, какой красивый. Только большой. Так, большой только, да? А это тусины витаминки. Тусины витаминки. Это... Дедушки. Это дедушкины. Это тоже тёшкины. Нет, это мамины. Мамины. Достань. А, нет, достань сначала всю продукцию, только коробочки вот все достань. Мои. Твои, правильно, молодец. Вот. Так, это духи. Я это нам заказали, и... да? Угу. Это тоже духи, Каримочка, да. Только маленькие. И это тоже духи. Ой, это тоже, наверное, духи, только маленькие. Ну вот, видишь, сколько духов вот, у нас. Наверное, опять наклейки. Это опять наклейки. Вот. Это для душа, крем для душа. А? Вот, что там еще есть? Ну-ка, доставай из бутылочек. А, это жидкое мыло для рук. Кстати, да. Очень классное. У Карима сейчас свое личное мыло для рук. Боже, нет, только... А, пакетики остались и журнальчики, да? А? Ну вот. Молодец! Прям быстро ты сегодня управился. Собирай все свои медальки. Ну-ка, сколько тебе медалек? Ой, ничего себе, сколько много! Ну-ка. Сейчас, пожалуйста. Один. Давай, давай. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11. 11. А давай по-английски посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще одна. And one. Это one. Ну все, молодец. Давай, маши. Пока-пока. Каримчик, пока. Каримчик пошел в школу заниматься. Какую? Английским сегодня, да. Заниматься.